Итак, приветствую, друзья и гости канала. Да, я еще не выздоровел, а куда деваться? Но работать надо. Кушать-то хочется не только мне, но еще очень многим. Да. Именно так. Поэтому что? Давайте я покажу вам интересную квартиру. Квартира в жилом комплексе раз, два, три. И скажу так. Мне данный жилой комплекс как бы и нравится, и не нравится. С одной стороны, сейчас, вот учитывая то, что я сейчас наблюдал просто ужаснейшую пробку в сторону Дагомыса, которая начиналась от поста ГАИ, я прекрасно понимаю, что выбирая между, например, Пластунской улицей, да, и Дагомысом, конечно же, проще, наверное, купить, ну, здесь. Почему? Ну, здесь хотя бы всегда ты можешь доехать от точки А до точки Б, и притом беспрепятственно. Находимся мы с вами в жилом комплексе 1, 2, 3. Смотрим мы с вами однокомнатную квартиру, 36,6 квадратных метра. Есть детская площадка, игровая площадка. Вот она, сама улица Пластунская. Здесь же у нас сводно, вы видите, 15-я школа. 15-я, да, даже ее называют гимназия. Вот как бы так. И без проблем туда ребенка взяли. Сразу говорю, причина продажи: купили в этом же комплексе, но квартиру купили больше, потому что, ну, тесно, тесно с ребенком, тесно вот в такой площади. Ну, вот, например, моя дочка приезжала, и когда я ей предложил несколько квартир на выбор, например, остановиться в жилом комплексе «Посейдон» или жилой комплекс там «Раз, два, три» и так далее, она выбрала жилой комплекс «Раз, два, три». Почему? Ну, потому что, например, если летом, то можно, например, остановиться в «Посейдоне», а если, например, как она зимой приезжала, то «Раз, два, три» гораздо лучше. Да, это ровненькая поверхность, локация хорошая. Ну, вот как бы так. И она осталась довольна. Вот она реально влюбилась в этот комплекс. И, знаете, вот знал бы я, что все достроится, что Пахомов покинет свой пост и не будет препятствовать данному застройщику, потому что данный застройщик так школу не построил, да, и все равно умудрился сдать. Хотя Пахомов говорил, что пока я живой, ничего подобного не будет. Ну, видите, как бы Пахомов раз-раз-раз-раз ушел, и вот этот дом, это зелененький, он сам последний сдавался, и его, наконец-то, у нас сдали. Да, кстати, все здесь остается, здесь все есть, все как и должно быть. Соответственно, даже есть посудомоечная машина. Ну, в общем, такая нормальная однокомнатная квартира. Теперь кто-то спросит, какая цена, Макс, цена? Вот такая квартира в далеком 2016 году, когда я только переехал в Сочи, стоило, если я не ошибаюсь, 2 миллиона рублей в стройке. Ну, 2200, если точнее быть. 2200 стоила такая квартира в далеком 2016 году. Это уже стройка шла, как бы это был не котлован, но тогда была вот такая цена. Сейчас же на данном этапе, тогда я еще помню, блин, вот дебилы, думаю, покупают в стройке, там непонятно что, а я за эти же деньги, за 2200, купил уже в готовом сданном доме, это был жилой комплекс «Мелодия леса». Не готов я был в тот момент залазить в стройку и ждать у моря погоды, потому что данный объект все равно не был вовремя сдан, все это задерживалось, задерживалось и задерживалось. Но опять же, да, из минусов, это, конечно же, парковка. Здесь вам парковку придется покупать. Если парковку не покупать, я могу поспорить на что угодно, вы здесь нигде никогда в жизни не припаркуетесь. Очень тяжело припарковаться, особенно я сейчас на улице кое-как припарковался, на меня гаишники косо смотрели и так далее. Также из минусов это из лифта, когда выходишь, там должен пройти там полосу препятствий, там еще что-то такое есть, да, такое вот, как бы маленькие комнатушки, это все минусы. Ну, плюсы все равно, как ни крути, это расположение. Например, даже если посмотрим микрорайон Макаренко, это уже, видите, наверху горы, косогоры и так далее. Здесь же ровненькая поверхность, да, конечно, шумновато, но в целом хорошо, да, пешком можно дойти до торгового центра «Маримол», пешком можно при желании дойти, в том числе и до морского вокзала, там, может быть, минут 35 займет, не больше. Ну, в целом нормально, нормально. Хорошо. Во всяком случае, дочка, пока здесь жила, пешком все обошла. Данная квартира стоит 12 миллионов 200 тысяч рублей. Без торга. И я могу сказать, что это самая дешевая квартира в данном доме. Ну, реально, самая дешевая. Здесь есть предложение по 13 500, по 14, по 15 миллионов. Вот именно за такой метраж. Данная квартира стоит 12 миллионов 200 тысяч рублей. Торга нет от слова совсем. Если хочется в ипотеку, мы без проблем можем организовать ипотеку и так далее. 12 миллионов
200 тысяч рублей. Поэтому, если вдруг кому-то хочется квартиру взять сразу с ремонтом, чтобы была небольшая гардеробная, вот такая, да, вот, вот, например, моей дочке хватило такой квартиры, за глаза бы хватило, ну, там, действительно, то добро пожаловать. В принципе, я и дочке купил тоже квартиру, там, только 37 квадратных метров, чуть побольше, но купил ей в... купил ее на Мацесте, вот как бы так. Поэтому, ребят, смотрите сами, да. Представляете себе, такую квартиру можно было 5 лет, точнее уже 6 лет назад, 6 лет назад, когда я только переехал в Сочи, купить за 2 миллиона 200. Вот так вот у нас цены поднялись. Само собой, она была черновая по такой цене. Здесь надо еще было в ремонт вложить, то все, то все, то все. Ну, может быть, себестоимость квартиры, если кто-то в те времена брал, там, может быть, там, не знаю, там, может быть, 3 миллиона, 3,5, да, с техникой, с мебелью. Ну, вот сейчас вот так вот. Вот вам пример грамотных инвестиций, ребят. Вот вам пример грамотных инвестиций, как нужно покупать, что нужно покупать. Вот как бы так. Поэтому, если вдруг хочется, обращаемся. С большим удовольствием помогу вам приобрести. А на этом с вами прощаюсь. Всем добра и пока.